предметов в гордости за нашу страну достаточно много. Другое дело, всегда нам хочется больше, чем есть. Но предметы эти есть. Другое дело, спасибо дорогим средствам массовой информации. Когда 90% новостей составляет преступление и чернуха, то нечего удивляться, что гражданам гордиться нечем. Они могут узнавать о том, о чем они могут гордиться, только из средств массовой информации. Это же реальность. А почему средства массовой информации, несмотря на то, что они вроде государственные, в том числе и государственные, ну, разные есть механизмы. Например, есть такой механизм, когда журналист показывает что-нибудь позитивное, что произошло, его прижимают в углу, в темном углу телестудии и говорят: ты тут заказнуху погнал позитивную, делись. Вот когда такие нравы процветают, то, естественно, легче всего журналисту показывать чернуху и преступление. А потом удивляться: а чего ж нашим людям нечем гордиться? Да не показывайте, ребят, то, чем можно гордиться. Оно есть. Тяжелые времена у нас, тяжелые, но есть чем гордиться? Есть.